Современной Святой Церкви преподобный Юстин Попович говорит, что в истории человечества было три великих падения. Первозданного Адама, Иуда, ученика Христова, и Папа Римского, который, будучи первым епископом Церкви, отпал от апостольской веры, был отсечен от канонической Церкви и увлек за собой множество людей. И это продолжается до сегодняшнего дня. Папа говорит, что мы православные не полноценная Церковь, но Бог ведь один. Да, Бог один, и Церковь Божия тоже одна. И именно поэтому мы говорим в символе веры о единой святой и апостольской церкви. Это и есть православная церковь. Может, для кого-то это звучит эгоистично, но о том, что святая соборная и апостольская церковь только одна, учат нас святые отцы. Потому что православная церковь непоколебимо до наших дней сохраняет веру апостолов и опыт пророков.